Конечно же, русские не хотят войны, а, скорее всего, инопланетяне нападут на нашу планету, чем русские нападут на какую-то страну. И западные страны не хотят нападать на Россию, тем более, что у нас огромный военный потенциал, и я считаю, что нужно поддерживать и наращивать этот потенциал, чтобы как раз держать баланс между двумя державами, которые, соответственно, сейчас конкурируют на нашей планете.